Немедленно загляните в свой холодильник. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда на полках остаются неиспользованные продукты. Наша подборка рецептов придется вам очень кстати, если у вас остался кусочек ветчины или бекона, но вы не хотите пускать его на банальные бутерброды. Сырный салат. Такое блюдо придется по вкусу всем любителям мясных салатов. Сочетание авокадо, сыра фета, отварных яиц и свежих овощей под нежнейшим соусом никого не оставит равнодушным. Соедините все компоненты для соуса и тщательно перемешайте. Выложите на плоское блюдо крупно нарезанный салат. Рядами выложите измельченные ветчину, авокадо, яйца, фету и половинки черри. Перед подачей полейте салат соусом. Паста со сливочным соусом. Горячая, аппетитная паста – это всегда выигрышный вариант обеда или ужина. А лингвини с зеленым горошком под сливочным соусом наверняка станут вашей новой кулинарной победой. Отварите пасту в большом количестве кипящей подсоленной воды. За 3 минуты до готовности добавьте зеленый горошек. Откиньте пасту с горошком на дуршлаг. Растопите сливочное масло в сотейнике. Добавьте туда чеснок и готовьте 1 минуту, постоянно помешивая. Добавьте сливочный сыр и перемешайте венчиком до однородности. Введите молоко, непрерывно помешивая смесь венчиком. Добавьте тертый сыр, ветчину и перемешайте. Соедините соус и пасту, приправьте солью и перцем и перемешайте. Подавайте блюдо горячим. Картофельные шарики. Рецепт такой закуски идеально подойдет для тех, у кого в холодильнике осталось вчерашнее картофельное пюре. Попробуйте, вам обязательно понравятся шарики с кусочками пармезана и обжаренного бекона. Обжарьте бекон на раскаленной сковороде 4-6 минут. Выложите его на бумажное полотенце. Соедините пюре, сыр, лук, бекон. Посолите, поперчите и перемешайте. Сформируйте из массы небольшие шарики. Обмакните в предварительно взбитые яйца и обвалите в сухарях. Обжаривайте шарики в течение 2-3 минут в раскаленном масле. Выкладывайте готовые шарики на бумажные полотенца. Подавайте блюдо горячим. А что вы делаете, чтобы расходовать продукты максимально экономно? Делитесь своими идеями в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Бон аппетит!